Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в гостях у интернет-дневников Кавказского дома поэтесса Елена Джапаридзе. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну, расскажите нам что-нибудь для начала о себе, пожалуйста. Где вы родились? Родилась в Тбилиси, в семье журналистов. Слово для меня Всегда было, в общем-то, определяющим понятием литература, стихи, проза. Прозаики-поэты посещали наш дом, в общем-то, достаточно часто. Я в этой атмосфере выросла. Моя атмосфера. Ну и в каком возрасте приблизительно вы начали сами писать? В 12. Писать? В 12 пришли первые. Что-нибудь на память приходит? Ну, конечно. А так слету про диквамир не ну, Запросто. Можно? Ну, пожалуйста. Просто, извините, несколько грустная, грустноватое. Мне снится сон, что я одна стою на скошенном лугу. И никому я не нужна. Убежать я не могу. Проходят люди стороной, смеются, любят и грустят. Здороваются. Не со мной. И не со мной, говорят. Браво, 12 лет это было замечательно. Ну, продолжите, пожалуйста. А потом учились, наверное, где-то, да? Закончила педагогическое училище, ибо очень люблю детей. То есть контакт с детьми ⁇ это счастье. Никакой фальши никогда, в общем, от них не получишь того, чего от многих. Ибо работали по, по специальности, наверное. Очень мало, потом очень быстро вышла замуж и уже смотрела за своими. Ну, а серьезно вы занялись все-таки? Серьезно? Поэзией. Серьезно поэзией. Благодаря Михаилу Ляшенко. 97 год. Вот вышла первая книга. До этого были маленькие публикации в газетах, в журналах. Это так незначительно. То есть он вас, он предложил вам ну, издать да. первое ваше собрание сочинений. Ну, да. Елена, а скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд на сегодня обстоят дела с поэзией русскоязычной поэзией в Грузии? На мой взгляд, все-таки грустно, грустно немножечко. Все это дело как-то в одних руках, к сожалению. Лучше было бы, если бы больше народу этим занималось. Это называть не буду. Вы имеете в виду, что... Да. Монополия на... Существует монополия ныне на русскую поэзию в Грузии. Да, но... Некая монополия. Почему же? Так сложилось. Что вы имеете в виду, пожалуйста, объясните. Это мы, мы разберемся потом с этим всем. Что я имею в виду? Функционирует только вот это вот. Ага. Ну а почему? Молоток функционирует, допустим, в, в Пригребаедовском театре. Здесь у нас как-никак, вот, пожалуйста, записываем видеопортреты русскоязычных поэтов. Ну это отрадно, это радостно только. Это, это вызывает радость. Ну это никак нельзя назвать монополией. Вы, вы правы. Скажите, пожалуйста, Елена, а как у вас происходит процесс Написание стихов, вот вы это значит, муза спонтанно. или что? Спонтанно, внезапно. Я могу по улице идти и вдруг вот настигает нечто. Могу вот просто так сидеть ни о чем не думая приходят, приходят с нами. И потом вот раз написали и все. Да. То есть вы работаете над стихами в дальнейшем? Вы знаете, если вдруг что-то не понравится, то да, вот. В основном чаще, вот, ну, что есть, то есть. Чаще вот так. Как получилось? Ну, бывает, так, что, так. допустим, вы перечитываете на Да, через и что-то не понравилось. И да. вы, и меня, Безусловно. И относитесь к этому вполне лояльно. Ну, вот, да, конечно. Скажите, пожалуйста, Елена, а какие качества вы цените в людях, на ваш взгляд, что должно превалировать в человеке, какое качество? В пишущем человеке, в поэте? В пишущем человеке. Да. Рыцарское отношение к жизни к окружающим. Рыцарское. То есть несколько поэт немножечко должен быть Дон Кихотом. Если Дон Кихота нету, где-то в какой-то пропорции, в какой-то степени, как поэта нету. Угу. То есть романтизм некий. Да. Внутренний. Когда выпирает на наружу прагма, прагматизм, э, что-то уходит, что-то умирает. А просто в людях что должно быть? Какое качество вы цените в людях? Какие качества? Опять-таки, верность данному слову. Слово не просто так. Я тебе обещал, подумаешь, обещал. Обещал. Должен сделать. Все. Елена, расскажите, пожалуйста, нам вот здесь вот представлены издания книг, что это, когда издавалось их. Первая публикация была у меня в Альманахим Тацминда, редактор Игоря Ванесов. Далее вышла, благодаря Михаилу Ляшенко, вышла вот такая книга, лирика. Угу. Дальше вот это вот... Далее вот печаталась тоже музыка русская во слово в Тбилиси, это Глеб Коренецкий редактор, Ляшенко Шахназарова, Альманах Мансарда. Молотковский, да? Мол, ну, молоток это отдельно, да. А мансарда тут это сборные товарищи. И молоток, и не молоток. Значит, первый номер, второй номер. А вот это? Это Значит, 10 лет спустя она потому и называется, что вышла 10, 10 лет спустя, после первой. Вторая книга вышла моя. Угу. Ну и вот Альманах на в Грузии в нескольких экземплярах, да. где, видимо, тоже выпечатались, да? Чему вы больше всего уделяете внимание в поэзии вашей? Это лирика, любовная или что? Да, да, любовная лирика. Что, в общем-то, вызывает часто нарекания со стороны коллег. Почему? Сколько можно о любви? Ну сколько можно о любви? Лучше о табу табуретках, трак тракторах и т.д. и т.п. А, 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 о любви не говоря, о ней все сказано. Т типа того. Ну глупости какие. Об этом можно писать. Писать у каждого человека. Сколько людей, столько мнений. Я считаю, что... Я тоже так считаю. Замечательная тема. Ну что ж, Елена, сейчас вы нам что-нибудь почитаете, а потом мы продолжим с вами. Если позволите, мое творческое кредо, изложенное в стихах. Замечательно, хорошо. Я немножечко вот в таком состоянии, потому что я недавно потеряла маму, и вот я хочу начать с посвящения ей. Эпиграф. Мать в гробу лежит цветами, убрана в последний раз. А ребенок удивленный с тех цветов не сводит глаз. Мама, а этот ребенок ведь я, только, пожалуй, постарше немного, но подуставший от лжи и воронья и растерявший надежду в дороге. Много подарков дарила мне ты. Мне же всегда и всего было мало. Глупые детские псевдомечты ты от чего то всегда позволяла в сердце лелеять. Платила потом за доброту градом горьких упреков. И вот теперь... Перед белым листом я занялась С подведением итогов. Ангел в земле, а ведьмачка живет, С каждым мгновением в грязи увязая Дальше и дальше, ведь время не ждет И от тоски вековой не спасает. Переплетается тревога с радостью, Сомнения с ясностью, весна с зимой, Горчат немного все на свете сладости, Спешу домой, не торопясь домой, Люблю и ненавижу, злюсь и радуюсь, Противоречия во всем, ни в чем, я поднимаюсь. Ну, а может, падаю. Дождем согрета, облета лучом. Бесспорно, театрален наш роман. Сезон открыли мастер с Маргаритой. И вот уже чарует Дон Жуан простушку Анну репликой избитой. Затем вдруг приглашает в бой вступить Зобар. И вызов принимает Рада. И Беатрича с Бенедиктом быть. Дианис Теодора. Вот досада. Ромео и Юлеты не сыграть, помеха, возраст. Нам не испытать. Волнение в груди мешает разум. Я Катарина, но не подчинюсь приказу Петручию. А может, подчинюсь. Чем кончится сезон наш, не берусь, так сразу предсказать. Там будет видно. Но что актеры оба, очевидно. Если вдруг мы прекратим игру, ты будешь жив. Я тоже не умру радость, приносящий дождь осенний, за моим зашторенным окном смена непонятных настроений. В горле сладковато горький ком, только раз с дождем совпало счастье. Только было это не вчера, и вернуть его не в нашей власти, в скучные пустые вечера. Смутные видения проплывали, свечи плакали в тиши ночной. Дождь за окнами, в немой печали, был созвучен с ними и со мной. И вновь Голубые глаза покой нарушают сердечный, И верую вновь в чудеса, в любовь, в утешение и в вечность. И тихая музыка слов звучит сладострастно и нежно. Наверное, это любовь, а с нею вера с надеждой. Как мало нам надо, когда бутон появляется первый, И падает с неба звезда, и стрункой натянуты нервы. Все это бывает, пока еще ты ни в чем не уверен. И ноша еще так легка. И в сказку распахнуты двери хочется все позабыть. Были ошибки и срывы. Любить, не вникая, любить, отдавшись на милость порыву. Не зная что, как, почему. Мечтать лишь о встрече грядущей в пустом и холодном дому. Дорогу осилит идущий. Зависит ли судьба моя от брошенного на слова? Я не могу понять, кто я. А чувство, в общем-то, не ново. Чего-то все с тревогой жду, и сердце бьется еле-еле как бы причувствуя беду. Ах, как мне мысли надоели. Все бы забывают, помню я. Боятся все, а я дерзаю. Так нелегка любовь моя, что я себя не понимаю. Подкатит горлу горький ком, и голова в тумане снова. Все-все, что станется потом, зависит только лишь от слова. Пришел ангажемент на роль Элизы. Я этой ролью странно увлеклась. Пегмалион смотреть не может снизу. Его я обаянию поддалась профессор. И стихийно особо тандем невыносимый для двоих. В нем потихоньку нарастает злоба. Она не видит промахов своих, ей все равно. Она дитя природы, по сути схожая с Нистовой Кармен. Желают оба для себя свободы. Получат одиночество взамен». Элиза запретит себе и думать, что сладок был ей мелмолетный плен. Все кончится без ярости и шума. Подует вскоре ветер перемен. Это немножко вам не понравится. Н на столе песочные часы. К ним прикован мой бесстрастный взгляд. Доберусь до взлетной полосы, вверх взлечу и не вернусь назад. Инга не летала на метле. Не был нужен этот атрибут. Если не привязана к земле, то земные все равно найдут для убийства тысячу причин. А ведь я не лань и не коза для ползущих по земле мужчин. Не нужны мне лживые глаза, губы сжатые сулят беду. Но не мне, мне это не впервой. Повернусь спокойно и пойду Этую дорогой или другой Ухожу от потускневших глаз, Ухожу от пошленьких самцов, Ухожу я от нелепых фраз в поднебесную страну. Любовь. Всю жизнь покоя не давал. Мне миф об андрогине. Вдруг некий голос прозвучал. Я женщина в мужчине. Так кто же я тогда? Во мне задатки Дон Жуана. И все же где-то в глубине таится Донна Анна. Казалось, если встречу вдруг подобного мужчину, в раз разорву порочный круг – и обнажу личину, он нет. И женщине во мне, пожалуй, нужно что-то. Без приглашения извне я не начну охоты, а он ленив, самовлюблен, как кот на солнцепеке. Пригрелся, ждет, что на поклон явлюсь по воле рока. Вот будет дон Жуан хорош, коль по вине кокетки жизнь запродаст за медный грош и путь окончит в клетке. Вопрос лишь в том, кому из двух роль лучше удается и в ком огонь страстей потух. И кто над кем смеется? Андрогин 2. Попытка чувства передать словами – неблагодарнейшее из занятий. Ведь то, что происходит между нами вне логики и вне любых понятий, то старика, то деву, то ребенка, то злобнейшего цербера я вижу, то радость в сердце проворкует тонко, то всей душой видения ненавижу. Передо мной стоят одни вопросы. И самое главное, в чем же тут причина? Весна в том виновата или осень. Мужчина в женщине или женщина в мужчине. Вчерашний дождь напомнил мне о том, что счастье есть на свете. Запели птицы в вышине, легко и весело, как дети. Зазеленевшие листы украсили деревья в ветке. Такая гамма красоты не обойдется без последствий. Я хочу прочесть стихи, посвященные моей безвременно ушедшей подруге-художнице Натыме Мариашвили. эпиграф из Оскара Уальда. Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство. Наши души вошли в резонанс. Появился портрет. Я укуталась в свой декаданс, а тебя больше нет. Ты была рождена от огня, и ушла ты в огонь. Лед и холод моя западня замерзаю, как розы бутон, не раскрывшись, оставшись чужой для всего и для всех. Бедный Безел наказан за свой неосознанный грех. На стене остается портрет Дариана души. А тебя на земле больше нет. Так ступай, не греши. Пусть очистит тебя от греха, милосердный Господь. Я останусь навеки тиха, холодна и бесстрастна, как лед. С детских лет непонятную тайную власть Надо мною обрел Оберон. Стоит соку цветка мне навеки попасть, Нет сомнений в душе, это он. Только быстро проходит цветочный наркоз. Превращается принц мой, восла, и становится ясно. Принцесса грез. Я сама это время была как отрадно шептать. В сотый раз это он. Однолюбом, увы, не понять, ведь реальность намного банальней, чем сон, и его у меня не отнять. Да, занятия так себе в чужих копаться в снах а арбитром быть в судьбе от чужой, чужих грехах, как это все старо, кончается ничем, когда чудак Пьеро с обилием проблем на сцену выходя тоскует о любви, то Орликина ты послушать не зови, ведь удочку твою он в спиннинг превратит. И даже соловью о розе запретит мечтать, как попугай, лишь песню переврет, и нежный наш Пьеро, не выдержав, умрет. Очерчен круг кавказский, меловой. Я нахожусь внутри. Мне так тревожно. Снаружи двое. Кочевник лихой. И джентльмен лениво осторожный. Так боязно смотреть по сторонам и взгляд свой устремив в одну лишь точку. Шипчу, что все, тому из двух отдам, кто не привык к ненужным проволочкам. В любви моей немыслим компромисс. Все одному. Другой уйдет свободным. Чтоб на спектакль смотреть из-за кулис И мыслить человеком благородным себя. Но кто из двух сумеет вдруг Не испугаться холода и жара, Не спрятать за спину своих бесстрастных рук, Тот сможет вызволить меня из тьмы кошмара. Спасибо большое. Простите, мы не знали, что у вас скончалась мама. Мы выражаем вам глубокое соболезнование и двойную благодарность за то, что вы нашли в себе силы прийти к нам. И как-то может быть это даже хорошо, потому что мы вас немножко оторвали, немножко расторможили, вывели из этого Безусловно, депрессионного вас. состояния. Я вам очень признательна, очень благодарна. Ну, ничего, спасибо вам. За интересную беседу. Елена, а вот я вас слушал сейчас, ваше стихотворение. У вас какая-то. Всегда ярко выраженная, четкая позиция. Вот вы кардинально настроенный человек либо за, либо да. против. Есть да. такое, есть такое. Потому что иначе я как-то себя не представляю. И вообще мне кажется, что все несовершенство мира на том, что человек не может сказать либо да, либо нет. Вот на этом строится неопределенность. Э, враг всякого созидания, mm. неопределенность. То есть вы считаете, что по любому вопросу нужно иметь четко сформулированную четко позицию? Да. Либо красные, либо белые? На... Что такое хорошо, и что такое плохо? И следовать этому выбранному Безусловно. курсу постоянно, да? То есть вы такой достаточно прямой человек, который может выговорить в лицо все, что думает? А абсолютно. И часто приходится это делать. Всю жизнь. Всю жизнь. То есть. Ты единожды солгавший, потом себя же будешь корить. Ну, это, как правило, имеет потом весьма негативные последствия. Ну, в связи с этой прямотой у вас, наверное, и. Большие проблемы. Абсолютно. Люди не любят слушать про себя правду. Но люди вызывают эту правду, в общем-то, своим поведением. У меня два варианта. Я либо могу промолчать, если не спрашивают. Но если уж спросят, то кушайте. Но промолчать все-таки можете. Я могу промолчать, если не, не вызывают, если не спрашивают. Если бросают перчатку к барьеру, то дуэль. А то есть вы злопамятный человек? Очень. Очень. То есть я, я помню все, и добро, и зло. В равной степени. А все-таки простить? Простить значит забыть. А у меня, к сожалению, как на, на стихи память хорошая, так же и на любой поступок, любое слово обращенное. А в если человек э, вру, раскается? Врет. Не То есть раскаяния не существует. То есть человек все равно в глубине души уверен в том, что он всегда прав. То есть извини, прости, это форма вежливости только лишь. Вот ну, так, да? Интересно. Это мое мнение. Ну что ж, это очень интересная позиция такая радикальная, и с ней приходится вам трудно, наверное, жить с такими взглядами на. Довольно трудно, но интересно и радостно. Интересно и радостно. Интересно и радостно, когда если враг не сдается его уничтожают и при уничтожении врага испытываешь колоссальную. колоссальную радость и частенько приходится побеждать сейчас получается что я хвастаюсь практически всегда О, и угу. дуэль так дуэль, до последней капли крови как видите пока еще жива и каким образом вы понимаете что враг повержен Врага можно достать То есть сперва Хорошенечко изучить То есть вот так вот сидеть Молчать в уголочке изучать врага А потом На него его же оружие Его же оружие Его же оружие есть есть Стать им угу. на время Это срабатывает Очень интересно вы в шахматы не играете, случайно? Маленькая играла. Дядя был заядлым шахматистом, Игорь Шестов. Заядлым. И маленькая в два года я расставляла фигуры уже, но, к сожалению, потом дальше этого не пошло. Угу. Ну что ж, Елена, большое спасибо за то, что пришли к нам, за то, что нашли время. Еще раз соболезнования по поводу мамы. Э -э желаю вам. Творческих успехов. Кстати, о творческих успехах мы ничего не, не, не сказали. а Не об успехах, а о планах творческих. Что-нибудь вы планируете? Пока, пока ничего. Пока так, накапливаю, так, накапливаю. Понятно. Ну что ж, еще раз большое спасибо. Всего доброго. Удачи. Если что, мы всегда с удовольствием помогаем. Огромное спасибо вам.